Науки много не бывает, уверена в Ульяновском министерстве здравоохранения. Министр Олеся Колотик-Каменева и ректор Ульяновского педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова Игорь Петрищев подписали соглашение о сотрудничестве. В ВУЗе много лет успешно работает научно-исследовательский центр, специалисты которого изучают методы борьбы с новообразованиями. Также в педуниверситете можно пройти профессиональную переподготовку. Это биологи, которые могут работать в соответствующих лабораториях, научно-исследовательских центрах, а при профессиональной переподготовке это врачи клинико-диагностического исследования. Благодаря соглашению ульяновские биологи совсем скоро приступят к дополнительному обучению. Уже с сентября текущего года, я думаю, первые специалисты, которые в последующем придут в наше государственное учреждение здравоохранения, начнут свое обучение. Это не первое соглашение, заключенное между ВУЗом и региональным Минздравом. Ведомство уже сотрудничает с Ульяновским государственным университетом и сельскохозяйственной академией. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.